День Победы порохом пропах, а спустя 76 лет еще и пронизан безмерной благодарностью к тем, кто освободил Отечество и весь мир от коричневой чумы. В прошлом году отметить с размахом юбилей великого праздника помешала пандемия. Свои ограничения она вносит и сегодня, но тем не менее, уже в преддверии 9 мая в различных учреждениях и организациях прошли тематические мероприятия. Понятно, что пандемия свирепствует по всей планете, но тем не менее, такие значимые, священные, святые дни, даты мы не должны никогда забывать, несмотря ни на трудности, ни на тяготы. Поэтому это одно из наших мероприятий. Значит, помимо этого, в течение всей недели будет проводиться на местах. У нас центр сосредоточен во всех районах и городах, поэтому есть ряд мероприятий, которые будут также проводиться. За праздничным столом в Республиканском центре социального обслуживания населения встретились его подопечные разных поколений, ровесники Победы и дети с ограниченными возможностями здоровья, но, судя по их выступлениям, с неограниченной душевной теплотой. Ну а почетным гостем стал ветеран Великой Отечественной войны Магомед Шамаевич Капушев. На ярком букете груди прижимая, читаю стихи на 9 мая. Но вдруг запинаюсь на слове «война», а в зале такая стоит тишина. Подошли с энтузиазмом к вопросу, потому что мы любим все, что связано с Родиной, с Отчизной, мы любим учить стихи. От лица родителей и сотрудников хотелось бы огромную благодарность выразить нашим ветеранам за мирное небо над головой. Песни Победы распевали и на праздничном концерте в актовом зале Карачаево-Черкесского отделения Всероссийского общества слепых. В первых рядах ветераны, для которых солдатская песня в тяжелые годы войны была еще одним оружием. Она грела душу, дарила свет и поднимала боевой дух защитников Отечества. Дорожка фронтовая, а не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато, если у нас еще дома дела. Ну а если у кого-то из виновников торжества еще дома дела или сходить на праздничный парад не позволяет здоровье, то парад сам приходит прямо к их околице. Для немобильных ветеранов республиканской столицы была организована трогательная акция юных патриотов. Праздник с сединою на висках прошел и на улице Седова, где проживает Клавдия Семеновна Фенева. И хотя у войны не женское лицо, повоевать тогда еще совсем юной Клавдии пришлось не меньше, чем мужчинам. Она попала в армию после 9 класса, будучи не намного старше, чем эти школьницы. В 1942-м отправилась на фронт в зенитный пулеметный полк и вернулась домой уже после победы. Ну, я пулеметчицей не была, а стояла на вышке, определяла самолеты, какие летят, мистер Шмидты, Юнкерса. Ну, передавала в землянку, они передавали в батареи, где были, стояли пулеметы. Низайший вам поклон за ту доблесть, которую проявил ваше поколение в эти годы сложные, страшные. Мы даже представить себе не можем, сквозь что пришлось вам пройти. Долгие вам лета. С праздником спасибо, вас наступающим. Спасибо, говорили. Клава, если не ты, война бы не кончилась. Так мне писали одноклассники. Подарки от парламента, главы республики и мэра города, а также стихи, танцы и песни от юных патриотов создали незабываемую атмосферу праздника Великой Победы. Растрогавшись, не удержалась и сама Клавдия Семеновна, исполнив для всех свою любимую песню «В землянке». Вы теперь далеко, далеко, между нами снега и снега. Я дойти до вас не могу, а до смерти четыре шага. Ой, гармоника вьюге на зло, заплутавшее счастье зови. Мне в холодной землянке тепло, от моей негасимой любви.
День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот День Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Великий праздник. И сколько я себя помню, сколько мы сюда ходим на возложение, всегда вот такая погода. Но она не горчает. Ну, а там парит и все. Что я могу сказать? Всех ветеранов сына мы поздравляем, желаем долголетия, счастья, процветания, мира в нашей республике. Всего самого хорошего. Цветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Такой великий день для всей вообще нашей страны, да вообще во всем мире. Поэтому идем вот даже в такую погоду. Всех поздравляю, всех с праздником. Конечно, хочу пожелать всей нашей стране, чтобы больше такого не было. Пусть говорят, что мы можем повторить, этого не надо. Пусть будет во всем мире мир, чтобы мы уважали соседей своих, чтобы соседи нас уважали, чтобы страна жила хорошо, чтобы ветераны пожили дольше и всему народу счастья нашего. Родина, честь!